Приветствую вас, друзья. Паучочек продолжается. Еще я отключу карту, и, скорее всего, нам кто-нибудь позвонит. Не? Не, не позвонит. Мы ж в лаборатории. Ха-ха. Ну что, давайте поможем доктору Октавиусу, пока еще у него крышу не сдуло. У нас сейчас прямой нейроинтерфейс, и нам нужно его продиагностировать. И не только, я так понимаю, еще и починить, потому что время отклика нужно уменьшить до 3 миллисекунд, я понял. Я прямо как будто в лаборатории Oculus Rift сейчас, знаете. У них же тоже была проблема с откликом. Ну ладно. Нужно опять немножечко поднапрягать мозг. Это можно удалить? Это можно удалить. Это отлично. Требуемое напряжение 1. Ясно. Ну, окей. Значит, сюда мы, конечно же, ставим плюс 1. Хотя зачем-то нам еще дали плюс 2. И я вот думаю, как это лучше сделать. А сколько у меня прямых компонентов? Тихо ты. Ты стой здесь. А я сейчас посмотрю. Значит, у меня прямых 2, да? А мне надо ведь еще и сюда. Поворотных 2 и таких поворотных тоже 2. Короче, ладно, сейчас будем колхозить. Я этот момент вырезать, скорее всего, не буду. Надеюсь, что он пройдет быстро. Если я где-то затуплю, я, конечно же, это порежу. Ну, потому что время-то ваше и мое не резиновое. Задача была успешно завершена. Теперь едем вот сюда. Или не едем вот сюда. Смотрите, какая интересная штуковина. У меня прямой-то только одна. А еще можно вот этот угол было забрать. Но он тут по-любому пригодится, я думаю. Ну, допустим, одна, две. И здесь пошли поворотики. Один поворотик, два поворотика. Здесь у нас в какую сторону идет сигнал? Сигнал идет в правильную сторону, и мне не хватает. Хватает. Ух ты! Да я просто чертовый гений! Отлично. Да. Блин, это только начало. Ну, это хреново. Подача питания готова, но вот какое-то отклик... Короче, если вы не против, а я думаю, что вы не против, я это дело ускорю. Ну и вот вторая схема была успешна. 3,6. А надо 3. То есть еще один по-любому придется выполнить. Отношение сигнал-шум не то. Новый сигнальный процессор уменьшит задержку. Питер, драный свитер, ты как всегда прав. Давай уменьшать задержку. Требуемое напряжение 5. Значит, минус 1 ставим. Ну, допустим, да? Это чисто посмотреть. Сюда такое, сюда плюс 4. И что нам надо дальше сделать? Дальше нам нужно пройти... О, а нету перекрестка, да? Перекрестка нету. А жаль, потому что он бы мне, сука, помог бы. Вот, вот... Ну ладно. Сейчас проедем вот так. Сюда мы поставим плюс 2. И... А, еще и сюда надо. Вот же ж ты хитрая жопа. А если я поставлю тогда сюда? А ничего я не поставлю сюда. Ну, давай попробуем сюда поставить плюс 2. И все равно придется ставить плюс 4, я понял. Я понял, какие у меня есть небольшие проблемки. Они хотят, чтобы я прошел верхом, по всей видимости. И я сделаю это, мне ведь не сложно. Здесь прямая. Здесь, ну, допустим, пока минус 1. Мы это дело исправим. Прямая еще есть. И здесь у нас получается 2 поворота. Один сюда, второй вот сюда. И осталось только плюсануть еще 2. А теперь осталось скорректировать. Так, минус 2 есть, есть. Ну и все, готова схема, завершена. Док, награждай меня. Давай, до 3 опускайся, 2,8. Прекрасно, даже улучшил. Вот так вот. Готовенько. Я сделал, док. 2,8 миллисекунды. Красавчик. Хорошо поработал. Ты с этим поаккуратней, док. О, работает, твою мать. Это что за хрень? Воу. Так, да, задумано было вообще, не?
Есть. Охренеть. Да, это чертовски впечатляет. У тебя сейчас мозг взорвется, док. Это почти что успех. Это почти что невероятно. Опачки. Вам нужна помощь? Да. Так, что-то сейчас было непонятное с его лицом. Доктор, в чем дело? Да, давай рассказывай. Уже стало заметно. Доктора называют это нейродегенеративным расстройством. Оу. Вызванным регулярной работой с токсичными веществами в молодости. Простите, я могу что-нибудь сделать? Ты уже делаешь? Самое ужасное, это влияет только на мышцы. Разум продолжает работать, а вот действовать нет. Как это? Об этом знаешь только ты, Питер. Пусть так и остается. Конечно. Если ты захочешь найти другую работу... Я пришел работать сюда из-за того, что у вас вот тут. И оно никуда не денется. И я тоже. Ясно. А, Питер, чуть не забыл. Я прочитал увлекательную статью на тему будущего нейронных интерфейсов. Я посмотрю. Спасибо, док. А, посмотреть статью, да? А что у нас здесь вот тут светится? Ну-ка, дайте посмотреть. Доку нравятся такие штуки. Использовал их в аспирантуре, когда работал с радиоактивными изотопами. Говорит, они держат его в узде. Так, ну это были просто очки. Здесь у нас что? Костюм. Что это, док? Никогда не видел такой материал. Это можно использовать для сварки. Мы получим качественную магнитную изоляцию и ограничим взаимные помехи между интерфейсом и руками. Ага. Он что-то уже придумал, но не говорит. Я вот прям почему-то так думаю. Нам в эту комнату, да? Ну вот там что-то сверкало, давайте глянем по-быстрому. А, это фотки. Фотки я уже смотрел, так что не будем терять время, пойдем в эту долбанную комнату. Подключается напрямую к базальному ядру. Интересно, но опасно. Не знаю, док. Чтобы сработало, нужен массив волокон из галлия. И все равно велика опасность травм. Галлий. Гениально. Ради этого я готов на риски. Мы справимся. Да? Что-то мне подсказывает, что все пойдет к чертям. Да не хочу я осматривать. Давайте... А что, опять туда? Да господи ты боже мой, совсем меня забегали. Доктор серьезно болен. На этой стадии он за год потеряет способность ходить. А если поторопимся, внутричерепной имплант может сделать все еще хуже. Даже изменить его личность. Мы должны быть осторожны. Должны. Ну что, куда мне теперь? К доктору? А что тут за записочки? Дайте посмотреть. А, позвони Питер, да? Купи молока, а вот третье вот вообще не видно. Чайнатаун в 2 часа. Ну, я... Это, наверное, не особо имеет какое-то отношение к сюжету. Давайте глянем, что вот здесь имеется. Питер начинает подозревать. О. Не показывает вида, но я знаю. Он видел мой тик. Заметил, как сложно мне стало передвигаться. Что ж... Я сам нанял гения в помощники. Конечно, он догадался. Но мне нужно время. Моя работа поможет миллионам людей. Спасет миллионы жизней. И мою, возможно, тоже. Мне просто нужно время.
Так, ну мы уже в курсе, что у него недуг. Вроде больше... А, ну это чертежи. И все? Больше ничего не скажешь? Гений ты наш. Док, ну что делать-то? Ты сегодня приедешь? А, док, простите, моя тетя написала... Не переживай, Питер. Я сам хотел сделать перерыв. Вот только проверю телеметрию. Давай, спасибо. Вернусь отдыхай. Через пару часов. Да, вернусь. Только не через пару часов, а через пару дней. Ты забыл? Я же Человек-паук. Но главное коп. Не, все, надо завязывать, это уже шутка избитая. Ну, наконец-то день, ребята. Как долго я этого ждал. Уже, честно говоря, задолбалась ночью шариться по Нью-Йорку. А днем вы просто посмотрите, какие цвета. О, господи. Супер. Не бояться. Это Человек-паук летит. Привет. Дай угадаю, опаздываешь? Не, я уже почти добрался. Есть новости от Майлза? Нет, но его мама сказала, он придет, так что... Хорошо. Я скоро буду. Пока. Отлично. Человек-паук летит к его преемнику, да? Ну а чё бы нет-то? Эть? Ой, да чё мне нравится на паутиночке летать? Прямо обалдеть можно. Сто метров, и мы на месте. И даже ничего не происходит. Как-то странно. Нью-Йорк, ты чего? Ты чё тут забыл? Ах, вы сукины дети. О, да ты боец! Твоя последняя ошибка, говнюк. Да-да. И давно нужна целая армия, чтобы ограбить подростка. Привет, мудаки. Гляньте, чё. А, чё-то не сработало, прикиньте, ребят. Вот так-то лучше. Ну-ка, отдай эту штуку сюда. И ты иди сюда. Чёрт, какие же здесь все-таки эффектные драки. Прямо действительно как будто кино смотришь. Подожди, подожди, не замахивайся. Так, на тебе. Лети к своему другу. И ты тоже к стеночке. Есть еще желающий? Конечно же есть, о чем я думал. Майлз, ты живой? Больно? Смотрите, он до сих пор его любит. Человек-паук. Замечательный Человек-паук. Великолепный Человек-паук. Да, и всякие прилагательные, которые любит Джеймсон. Слушай, ты молодец. Но пусть в другой раз драться будут профи, окей? Ну да, а что, если их не будет рядом? Ну, нельзя же просто бросаться на парня вдвое крупнее. То есть, пойми правильно, я вечно дерусь с парнями сильнее меня. Но в этом случае... А, как в тот раз с Рино на Бруклинском мосту? Это было здорово. Отличный пример. Если твой противник больше, ты будь быстрее. Ясно? Ясно, но тебе легко говорить. Прости, я не умею, как ты. Ладно, давай. Серьезно? Ага, ну же. Для начала, не дай адреналину тобой завладеть. Дыши медленно, глубоко, расслабься. Разверни бедра. Первый шаг оставь врагу. Теперь ноги. И когда он наклонится, ищи, куда ударить. Бум. Вот так? Да. Да, вот так. Ага. В этот раз бей как следует. Прямо в челюсть. Ладно. Я справлюсь. Вот чё... Прости. Нет, нет. Нет. Порядок. Продолжай так же, и все получится. Ладно. Урок закончен. Мне пора. Эй, класс. Спасибо. Обращайся. Я врезал Человеку-пауку. Я знал, что он это скажет. Я не хочу за него играть. Ну, ребят, ну, пожалуйста. До приюта несколько шагов. Ясно. Эй,
Майлз, как оно? Чувак, не поверишь, только что встретил Человека-паука. Что? С ума сойти! Показал наше приложение для взлома? Вот черт, совсем забыл. Отстой, он бы точно купил его у тебя, и мы бы прославились. Да, покажу в следующий раз. Надо идти, обещал маме не опаздывать. А, давай, пока. Фермерский рынок. Тут можно срезать. Ну, давай срежем. Тут тем более вон все полицейские что-то перекрыли. Надеюсь, все в порядке. Проходите, проходите. Слушай, а может поможем, а? Не, не поможем. Блин, какая картинка сочная, ребят. Я, конечно, не графодрочер, да, но вот чертовски красиво все. Вы просто смотрите, да? Ну, фотка. Ну, конечно, вот этого чувака в галстучке я бы убрал, но вот вы посмотрите, вот просто на здание обратите внимание. Это же просто шикарно. Да. А почему у вас такие дороги-то мокрые? И? Вы что тут разлили? О, терминаторы, смотрите-ка, стоят. Вы ж меня пропустите, пацаны. Я готов. Я готов к проверке вообще как никогда. Вы что, издеваетесь? Тут вечности не хватит. Если бы не тот дрон, прыгнул бы через забор. Знаете кого-нибудь по имени Мартин Ли? Гляньте-ка. Это проще простого. Системы Соболя удивительно не защищены. Пошлю-ка я им анонимное сообщение. Не стоит мне им попадаться. А что за сообщение ты им хочешь послать? Так. Ладно, приложение для взлома. Действуй. Попробую включить сирену. Так, я, ребят, вообще никогда... Ну что ты не перерезаешь-то? Или тебе не туда? Ну, естественно, конечно же. Простите, друзья, случайно забыл засранца, который меня заметил. Сейчас все исправим. Так, мы на том же месте. Попробую включить сирену. Вопрос только, как вот этого обходить. Кофейку бы сейчас. Так, а что там позеленело? Что он хочет, чтобы я сделал, интересно? Сирена не включается. Я могу включить только освещение. Это странно. И вообще, почему я не могу перелезть, а? Серьезно? Он не мог перелезть. Я думал, что это скриптовая стена. Так, ой, посмотрим. Да. Я могу пролезть под воротами слева или забраться на леса справа. А вы тоже всегда, когда что-то делаете, сначала об этом говорите? Дыши ровно. Оп. Ты его отвлечешь. А ты не мог просто, господи, пройти через подземный переход, сесть на автобус? Зачем вот этот бесполезный стелс нужен? О, я включил тачку. Я не знаю. Кажется, меня спалили. Так, простите, друзья. Это потому, что я, ну, не очень люблю такие задания, знаете, как-то... Как-то даже неинтересно в них играть. К сожалению. Так, ну пойдемте, за грузовиком нельзя пройти, да? Нельзя. А это что такое? Я что-то слышал. Да не, его по-любому надо сюда привлекать. Я все правильно сделал. Иди туда. Давай, давай, вали. Так, а с тобой что сделать? Вот так вот, да? Давай. Меня тут нет. Оп. Не видите меня, прошу. Вот, а все в пауке отлично. Ну вот эти задания, ну, не заходят мне, честно. Ну, вырвался. Вот же ж. Прости, друг. О, привет, мам. Привет, милый. Ты успешно добрался до приюта Пир? А, да, почти на месте. Майлз, тебе не обязательно работать в этом приюте. Ты же послала меня. Нет, я предложила выбор. Ага, и это лучше психотерапии. То есть врач мне помог. Сказал, у каждого свой способ справляться с переживаниями. Мой таков. Хорошо, прости. Мам. Да? Я не хочу об этом говорить, но я все равно тебя люблю. Родной мой, я так тебя люблю.
Мы со всем справимся, да? Я пойду. Позвоню, как пойду домой. Да. Пожалуйста, продолжайте дышать. Я скоро, мистер Ходжес. Майлз, Пит, прости, что опоздал. Нет, я рад, что ты тут. Ладно, так, чем могу помочь? Думаю, для начала тебе надо просто тут осмотреться, познакомиться с людьми. И знаешь, все тут любят кофе. Кофе, ну да. Я скоро вернусь, посмотрю, как ты, хорошо? Да. Не бойся мистера Ходжеса. Он не кусается. Обычно. Правда? Кофе? Можно. Помочь? Только если знаешь, что такое кварк. Субатомная частица. Такой кирпичик, из него состоят протоны, нейтроны, адроны. Субатомный. Подходит. Ты молодец. Просто мусор. Дерьмо! О, чертов хлам! А можно я посмотрю? А? О, у нас стоят Элты в школе. Я знаю, что делать, если Эл, они... что? Не, надо просто треснуть, как следует. И заработает. Или это просто кабель отошел. Ну да. Будь так добр, мистер Всезнайка. Ну, вперед. Продолжают поступать соболезнования в связи с гибелью Джефферсона Дэвиса, героя, погибшего во время взрывов у ратуши. Сообщается, что он пожертвовал собой, чтобы спасти других людей. Эй, новичок, у меня пусто. Остались жена Рио и сын Майлз, а также брат Аарон. Герой! Что геройского в том, чтобы взорваться? Эй, Эрни, смотрю, ты знаком с Майлзом. Он теперь будет нам тут помогать. Может, слышал про его отца, Джефферсона Дэвиса? Удивительно, что, несмотря на то, через что он сейчас проходит, он нашел время нам помочь. Не правда ли? Да. Спасибо. Эй, парень. Жаль твоего отца. Идем, Майлз. Посмотрим, не нужна ли тете помощь на кухне. Эй, Мэй. Мне пора бежать, но... Я привел тебе помощника. О, Майлз, рада встрече. Ну, бери фартук, мой руки, и я все покажу. Эй, Питер. Спасибо тебе за все. Ага. Почти полдень. Соболь должен уже вывозить доктора Майклза. Отправлюсь в Бауэри и найду его. Боюсь, у нас устаревшие компьютеры. Не страшно. Так, в принципе, касцены были неплохие, но я абсолютно не понимаю, зачем надо было растягивать геймплей вот этим вот беганием от Соболя. Ну, прям хоть убейте. Я думаю, что вы со мной согласитесь, да? Хотя Майлз тоже прикольный чувак, и его надо как-то в сюжет вводить. Ну, в общем, ладно. Займемся уже, наконец, нормальными делами, да? Соболь, я иду к вам. Если мне точку покажут, куда идти. Где она? А? О, новый уровень. Эй, Юрий, я двинусь в Бауэри. Хочу убедиться, что Майклс добрался до нового убежища в целости. Не советую. Соболь ясно дала понять, что тебе там не рады. И что, она пристрелит меня? Честно? 50 на 50. Ладно. Буду поблизости, но не слишком близко. На всякий случай. Да пошли они в жопу. Кто она нахрен такая? Мне пофигу, я иду. Это но сначала... Бауэри, но где доктор Майклс? Ты как увидел-то, Пит? Мы же даже еще не доехали. Такс, а у меня есть некоторые очки навыков, которые нужно прокачать. Ну вот смотрите, у нас тут уже практически все закончено. Это что? Это вот верчение-кручение засранца. Оно мне абсолютно не нравится. Но смотрите, есть массивный снаряд, который будет доступен после этого, который даст мне возможность швырять больших дядек. Так что придется. Давай сюда. Доброго дня, друзья. Мы готовы, доктор Майк.
Майклс. Это дыхание дьявола? Это GR-27, а не... Просто будьте осторожнее. В плохих руках это... Не волнуйтесь, мы лучшие в мире. Да, сейчас, конечно. Да, стало спокойнее. Код 381, груз уже в пути. Сюда, доктор Майклс. Ну, как обычно. Это что за хрень? Большая машина. И не меньше базука. Он так будет сидеть в машине? Охренеть. Почему я не удивлен? Почему они его не увезли-то сразу? А вот и главная скотина. Здравствуйте, доктор. Хорошую они такую тачку смастерили, да? Грёбаная крепость на колесах. Отвали! Все под контролем! Ага, конечно. Юрий, я преследую Мартина Ли. Кажется, у него и Майклс, и дыхание дьявола. Принято. Направляю к тебе другие группы. Он взял Майклса живым. Уже хорошо. Может, хочет заставить изготовить больше дыхания дьявола? Надо остановить этот грузовик, или танк, или что там. Не говори-ка. Ракета. Вы задолбали уже в меня ракетами стрелять, а? Да, едет он, конечно, прям вообще. Иди-ка сюда, жопа ты. Серьезно? По косичке, друг. Это Сейбл Интернешнл. Нам разрешено стрелять на поражение. Больше предупреждений не будет. Эй, эй, там биологическое оружие! Всем бойцам, открыть огонь! Ого! Что это все вдруг стали пускать ракеты? Человек-паук, уходи отсюда. Ты мешаешь проведению операции. Простите, но операция ракеты на Манхэттене меня не устраивает. Ах ты жопа. Все, успокаивайся. О, опять плохие дядьки. Прежде чем идти за Ли, надо избавиться от ребят на машине. Привет, дружище. Ну, улетел. Теперь ваша очередь, пацаны. Что за... Ух ты какой. Ты все-таки попал, да? Эй, прекратите стрелять! Охренеть, они реально поливают ракеты. Можно побыстрее? У меня свидание с вашим боссом. Цель потеряна, ищите ее. Он придет! Приедет. Он придет и покарает всех грешников! Ты чертовски прав. Извиняюсь! Вот такое я люблю. Ли! Отдай его! Так. Еще разок. Что, она как-то странно висит от вида. Да ладно, она отвалится, серьезно. Херовая машина у вас. Эть. Кажется, я отключил им тормоза. Работаю над этим! Этот паук довольно умен. Быстрее! На таран! На таран с чем?
я разберусь. Ого. Что со мной происходит? Что-то нехорошее. Начинается новая жизнь. Что за черт? Должен признаться, я надеялся привести тебя сюда. Способности позволяют мне быть убедительным. Я следил за тобой. Я ждал тебя в ратуше. Но ты не пришел. Где ты был? Это наяву или в голове? Столько людей погибло из-за того, что не нашлось героев, готовых их спасти. Тот полицейский спас тебе жизнь, верно? Он был здесь из-за тебя. И Норман хотел его использовать. Бессмысленный жест, как оказалось. А где в это время был сам Норман? Спасал свою шкуру, словно крыса. Он знал, что должно случиться, и он бежал. Норман — скрытая раковая опухоль города. Ее нужно удалить вместе со всеми метастазами коррупции. Норман прячется под маской лжи. Я сорву ее и вытащу его на свет. Еще что расскажешь? Надень маску! Стань одним из нас! Спасибо, не надо! Так или иначе, ты будешь служить мне! Ох... И чё там, чё там, чё там? Это кто? Ладно. Все души, потерянные тобой. Все невинные жертвы, которых ты не спас. Их кровь на ваших руках, Мартин! Ты можешь остановить Осборн. У тебя много сил. А я могу дать тебе волю. Грёбаные клоны. Да это мне вообще пофигу. Не попал. Их тела валялись в канавах, а ты ничего не сделал. Я не могу спасти всех. Что значит одна жизнь? Сделка проста. Одна жизнь за целый город душ. Ого, какие они серьезные. Охренеть их тут. Ты защищаешь Осборна, пока он сидит в башне слоновой кости? Не может быть! Покажи свою истинную силу! На колени! Я сорву с тебя маску и открою твое истинное лицо! Хрена ты откроешь, понял? Куда делся ты опять? Не дали мне клятву, а я отдаю им силу! Что? Я должен уничтожить маску! Давай уничтожим! Я не брошу вас во тьме, Мартин! Я сломаю тебя и уничтожу твою личность! Так нельзя! Вы можете вернуться к свету! Это вот за пару долей секунды это все произошло, да? Пока мы на грузовике катались. Охренеть! Тормозим. А, или так? Лучше бы ты тормознул, Пит. Ну, естественно, все свалили. И сперли наше снадобье. Вы целы? Ее забрали? Да. Сильно надо волноваться. Сильно. Ой, Соболь прилетела. А вы популярны. Препарат у вас? Нет. Черт побери!
Тоже мне супергерой. Думаешь, всех спасаешь, а делаешь только хуже. Это твоя вина. Моя вина? Он был под твоей защитой. Тебе точно оба нужны? Стоп! Нам срочно нужно к мистеру Осборну. Я пойду с ней. Спасибо. Я не забуду. Я бы пнул бы ее сейчас, а? Вот козлы эти с соболята. Ну что, друзья, я думаю, на этом можно закончить очередную часть прохождения Паучка. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо, что смотрели. И увидимся в новом приключении Питера Паркера. Копа-паука. Это был Эпак Покусики.